Ну что ж, друзья, как мы, в принципе, ожидали, что многим знакомы книги уральского писателя Владислава Крапивина. Те телезрители, которые звонили, участвовали в нашей викторине, к сожалению, не угадали правильного ответа. Но, тем не менее, я уверен, что у многих наших телезрителей детские воспоминания связаны именно с такими названиями, как «Дети синего фламинго», «Валькины друзья и паруса», «Тень каравеллы», «Оруженосец Кашка». Ну, вот видите, да, то есть я в принципе, знал. Догадывался. Да. Ну, что ж, и вот сейчас как раз-таки о работе отряда «Каравелла» и о том, как ребята в этом отряде сами снимают кино, мы поговорим с Петей и Дарьей Крапивинами, участниками отряда «Каравелла» и по совместительству внуками писателя Владислава Крапивина. Доброе утро, ребят! Спасибо, что пришли к нам в гости. В конце марта у школьников начинаются каникулы, а в работе «Каравеллы» есть перерыв или для вас лучшее времяпрепровождение на каникулах это как раз в отряде? Конечно, никаких перерывов у нас нет. То есть мы работаем в том же режиме. Без перерывов и выходных. Можно и так сказать. Потому что главное для нас это все-таки занятие в отряде. Сейчас у нас активно идет подготовка к двум программам. Вот первая из них это межкультурный диалог. То есть к нам ребята из Германии приезжали в июле, 16 человек. Сейчас мы поедем к ним с ответным визитом. А эти ребята тоже подобным, да, занимаются спортом? Да, там немецкая организация, тоже молодежная, и обмен опытом. Ну, главное, по обмену премудростями. Будете им говорить о своих традициях, рассказывать и прививать? Я говорю, например, о дне весеннего равноденствия. Как вы его отмечаете? И будете... Что в этом году планируется? Ну, у нас на день весеннего равноденствия он вообще отмечается ребятами не просто как праздник, а именно как поднятие большого какого-то настроения. У них первый этот праздник ассоциируется с переходом на летнее расписание. То есть сразу уже укомплектованы летние экипажи, все готово, уже мечтают о романтике. То есть готовятся к лету. Сбор весеннего равноденствия – это начало, можно сказать, летнего режима работы. Что это значит? Это вот активная подготовка к яхтам. И уже в конце весны спуск на воду, я так понимаю. Да. Ну, обычно это в начале июня происходит. То есть ремонт у нас заканчивается в конце мая. Вот, и в начале июня, в первых числах, у нас уже начинается практика. Какие-то цифры есть? Сколько яхт планируете в этом году спустить на воду? Да, у нас 20 яхт, получается, нет, даже... 24. 24 яхты и 2 моторно-спасательных судна. И получается, сколько команд, ну, в смысле, сколько людей вообще на эти 24 яхты? Ну, считайте, на 20 из них экипажи примерно по 4 человека. Вот, даже от 4 до 6. А что нужно, чтобы спустить яхту на воду? То есть что приготовить? Что входит в снаряжение? То есть там, я понимаю, объем огромный работы. Снаряжение, во-первых, входит сама яхта, весь такелаж, то есть все веревочные снасти на судне. И паруса, конечно же. Ну, руль – это основные большие части. Ну, там есть еще основные многие части, но сейчас я вам не буду всех от них рассказывать. То есть ты во всем этом разбираешься? Ну, конечно, да, разбираемся. Конечно, разбираемся. Это скромничает. Я в восторге вообще с таким умным видом, так все. Ну хорошо, вот помимо тренировок в «Каравелле» вы еще снимаете кино? Как выяснилось. У нас есть своя киностудия. Как выдумываете сюжеты? Как снимаются вот эти фильмы, ролики? У нас. Понятно, кто этим. Во-первых, у нас получается, во-первых, вообще рождается идея. А после идеи отснимывается практически весь материал, то есть самое основное. Но это связано все-таки с яхтспортом и с морем? Или это не напрямую связано с этим, вот эти сюжеты, которые рождаются? Они связаны практически со всей жизнью отряда. Конечно, связаны. Основное у нас вообще идет направление хроникальное, то есть мы снимаем на протяжении всего года хронику, монтируем, а потом ребятам показываем. И игровые фильмы тоже у нас есть по... тем же книгам Владислава Крапивина. Вот, а с другой стороны, вот одна из последних работ у вас, это фильм ужасов. Да, вот мы просто про жанры хотели с вами поговорить. До ужастиков-то вы как дошли? Ну, у нас мы просто думали, как можно больше снять интересных фильмов и сняли пародию на вахту. Вахта это у нас чисто такая... Дежурные, можно сказать. Да, чисто такая корабельная традиция. Да, но... Это не ужастики, это скорее, да, что-то пародийное, и фильм небольшой, короткометражный, вот сейчас как раз
его кадры, отрывки, да? Да, можно увидеть. И он посвящен именно тому, что ребята халатно относятся к своим обязанностям. То есть что настигнет того, кто будет... Кто будет халатно относиться. Да-да-да. А есть и такое? Ну, бывает. Вообще, жизнь в отряде, работа в отряде дисциплинирует, как считаете? Конечно. Непременно. Готовит к будущей жизни. Ну, а что касается планов все-таки на каникулы, понятно, что это клуб Каравелла, понятно, что, может быть, Германия. Какие-то новые, да, сюжеты, Германия. А к дедушке в Тюмень-то когда заглянете? Ну... Вообще часто видитесь? Не очень, но в последний раз вот он приезжал в феврале сюда. До этого приезжал на юбилей отряда, на 50-летие в ноябре. Вот, сейчас, видимо, только летом увидимся, потому что времени... Как вы понимаете, не так много. А на юбилее он высказался, что хочет бывать здесь чаще. Ну, значит, будем ждать и надеяться. А чем сейчас дедушка ваш занимается? Расскажите, пожалуйста, что-нибудь пишет, творит? Да. Ну, да, пишет. Он вот недавно завершил новый роман и сейчас отдыхает, набирается сил, я думаю, перед новым произведением. А делится он с вами какими-то, я не советуется? Знаю, набросками, советуется? Вот как ваше восприятие, так скажем, изучает? Ну, конечно. Правда, мы этого не знаем. Это да, он как-то, наверное, думает тайными какими-то, да, окольными путями, особенно вот с Петькой как-то. Наверное, потому что ближе. Здорово. В общем, спасибо вам огромное. Я думаю, что многих зрителей, особенно детей, мы сейчас заразили вот этим вот настроем. Тем, что романтикой. Романтикой, правильно, да, как Петя сказал, романтикой. Петр и Дарья Крапивина, участники отряда «Каравелла», были у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что пришли к нам. И зрители, мы хотим напомнить, что вот как раз мы заговорили уже о том, что можно снимать фильмы, что сейчас проходит на областном телевидении акция «Каникулы на киноострове». Призываем всех родителей сейчас своих детей как-то организовать в возрасте от 8 до 16 лет, чтобы они написали тезисный план, не сценарий, просто как они видят сюжет детского фильма. Чего ты пугаешь? Тезисный план, просто идея для детского фильма. Как еще говорят, синопсис. Опять. Да, идея детского фильма. Несколько пунктов, с чего начинается, кульминация, чем заканчивается. Присылайте это все на областное телевидение. На нашем сайте есть все контакты. Кроме того, на электронную почту можете присылать ваши идеи playsobakaobltv.ru. Вот так электронка выглядит. Ну и победителей мы объявим 23 марта в эфире «Утро ТВ». И победители будут участниками как раз-таки вот этих вот каникул на киноострове, которые пройдут в Екатеринбурге с 26 по 29 марта. Наша программа продолжается, и прямо сейчас передаем слово Ксении Телешовой. Узнаем, что будет, если не платить за квартиру.